Сегодня день бракосочетания. Наша вайт-вечеринка в разгаре. Я, как представитель Российской Федерации, на этой сцене глупая эгоистка готова сочетать браком всех, кто куда, зачем и почему. Девочки, есть влюбленные? Я не спросила, кому хочется ебаться, я спросила, есть влюбленные? Про вип-зону я вообще молчу. Там замуж никто не собирается, всем хочется ебаться. Ребята, так, ахтунг, внимание, внимание, умрите все животные. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, кто мечтает, дай под хвост. Кому? Тебе, блядь. Вот, сука, понаедут на свадьбу уроды, а? Девочки, я понимаю, что сегодня у меня в зале практически каждая вторая девственница. Каждая вторая мечтает лишиться ее. Есть желающие выйти в законный брак. Стать обладательницей уникальных уз. Бабы, тихо. Вот кобылы, а? Девочки, я же от лица мэри и Юрки Лужкова готова объявить всех вас женами тех, кто здесь работает. Включая все вытекающие последствия. Машины, квартиры, дубленки, маленькие собачонки, которые они заработали, будут принадлежать вам. У нас хотя бы жених есть? Да! Да, жених! Да, жених! Да, жених! Да, жених! Причем весь зал кричит «Да, жених!» Дани. И одна больная на всю голову из детдома. Гедоминос, Гедоминос. Видимо, эта идиотка не знает, что Гедоминос гей. Милые дамы, не надо злорадствовать по поводу ее кончины. Просто баба наебенилась и думает, что ее он может трахнуть. Доча, ты знаешь, что Гедоминос лесбиянка? Знаешь? Ты знаешь, что лучше его пизду никто в жизни не лизал тебе? Господи, а там тут кричишь, что знал. Сразу давай! Я так же понимаю, что Гедоминос должен мне денег. Пол зарплаты. Я им такую сюда рекламу сделала. Так. Итак, внимание, тишина. Ахтунг, ахтунг. Я приглашаю на сцену жениха, которого мы будем случать узами брака. С красавицей, богиней, невестой. Аплодисменты жениху. Правильно говорю? Сына, баси, баси. Бабы, я приглашаю на сцену невесту. Я приглашаю на сцену невесту. Ева! Это невеста идет. Ева! Так, подождите, какой Горько? Ребят, в прошлый раз на вечеринке, когда у нас была вечеринка проститут-пати, ты был проституткой. Да и ты, моя звезда, была проституткой. Сегодня оценка, все. Все всосала, поняла. Я держу. Господа,
На сині обручаються дві целки. Либо я ебанько, либо у них слишком завышенная репутация. Котенок. Тан-тан-тан-тан-тан. Дай с душа в рай. Дамы и господа, наша церемония бракосочетания начинается.